В соответствии с законом Московской области, который был принят еще в 2011 году, все многодетные семьи, где три и более ребенка, имеют право бесплатно от муниципалитета получить земельный участок на территории Подмосковья. Для этого надо встать на учет и ждать своей очереди. Важно, что все члены многодетной семьи должны быть зарегистрированы в этом регионе не менее 5 лет. Было заключено соглашение с Шатурским муниципальным районом по 90 земельным участкам, но, к сожалению, с учетом местоположения данных земель и сложности, скажем так, с их освоением, многодетные семьи в Шатурский район ехать не хотят. Оно, в принципе, понятно. В связи с этим мы также приобрели земельный участок в Коломенском муниципальном районе для дальнейшего предоставления. Многие семьи от своих заветных 10 соток отказываются, обосновывая решение тем, что находится участок не в Ленинском районе. Видимо, плохо понимая, что бюджет муниципалитета просто не в состоянии осилить стоимость земли на территориях района. Хочу обратиться к нашим многодетным семьям, чтобы, если вы стоите на учете в качестве нуждающихся для предоставления земельного участка, соответственно, и согласны на предоставление земельного участка в Коломенском муниципальном районе, то от вас требуется письменное согласие, написанное на имя главы Ленинского муниципального района Олега Владимировича Хромова и поданное к нам в администрацию, школьная, улица Школьная, 26А, город Видное, в окошко на первом этаже с вашим согласием на предоставление земельного участка в Коломенском районе. Сейчас на учете стоит 305 семей, а земельных участков выделено 77. Если желающих будет больше, чем участков, районная администрация продолжит закупать землю и выдавать ее по очереди, с учетом даты постановки на учет. Денежные средства для этого будут заложены в бюджет района.